Геннадий мне посоветовал, как лучше там снимать, как настроить там камеры. Значит, у меня, я уже рассказывал, две GoPro 3 Plus, две Sony 550E и 4 марка третьих. Значит, было высказано пожелание, чтобы снимать 50 кадров в секунду, и было заменено на P, то есть через строчная развертка, на, я понял, как на полнокадровую, да? Вот такого параметра у этих камер GoPro нету. Там есть просто так вот циферки. То есть 24, 25 кадров, 50 кадров. Я настроил на 50 кадров. У Sony этих камер 550E, у них вообще нет такого понятия. У них есть скорость потока видео там. Я выставил самый большой. FXHE. Все, больше нету там. И P, вот этого вот параметра нету. И нету скорости, ну, кадров в секунду. В этих Панасониках, в Кэнонах, там есть два параметра. Это 24P и 50i. И авто. Я выставил на 24P. Все, больше там никаких этих нету. И, естественно, система PAL. Вот я так вот настрою. Посмотрим, что будет. Сейчас я снимаю на одну GoPro и на две камеры Sony. Приобрел аккумуляторы какие-то такие хорошие, мощные. И вот это все дело заработало. И что мне еще нравится, с Sony можно приближать, можно удалять, можно там все это там такое. И автофокус. В Canon нету автофокуса, и там получается, что надо сначала что-то усадить, отрегулировать, фокус нацелить, и потом уже не выпадать из этого фокуса. Вот что касается по съемкам. Далее у меня вопрос к Геннадию. Вот я вам рассказал это. Что вы мне посоветуете для того, чтобы были, ну, было более качественное там видео? Насколько вы там судите? На этом этот вопрос исчерпан.